Всем привет! Ты снова смотришь N Academy. И сегодня мы выучим с вами новое движение Toss It Up. Ноги находятся на ширине плеч. Мы для замаха поднимаем правую ногу и подбиваем левую. Левая ушла в сторону. Дальше мы делаем подбивку обратно. Бум. И обратно. Бум. Еще раз. И раз. И два, и три, и четыре. Что делают наши руки в этот момент? Мы поднимаем руку в сторону, параллельно полу, когда наша правая нога тоже поднята. Мы делаем подбивку, и рука уходит вниз. Дальше. В сторону, наверх. В сторону, вниз. В сторону наверх. Теперь, когда наша рука уходит вниз, мы попробуем согнуть колено. В сторону вниз. Опорная нога согнута. В сторону наверх, в сторону вниз. В сторону наверх, в сторону вниз. Давайте посмотрим под музыку. Сегодня вы выучили новое движение Toss It Up. Не пропускайте выпуски и развивайтесь. Всем удачи!